строительство. Вот здесь прямо на воду выходит. Да, как красиво. Район, да, заехали в новостройку. Ой, вон там пляж. Памятник. Ага. Мы не успеем тут покупаться, но мы выйдем там. Покупаемся. Как красиво, голубо-белый цвет. Ой, ну посмотрите. Так все райско. О. Строй-то не нашел. Нашел, да? Конечно. А-а-а. Я даже не сомневалась. Он на иголку в 170. Красивый дом. Да. Что манго-то какого-то купить. Вон там продают. Всем бы купили, а пронес. Ой, как красиво. А почему вода такая голубая? Это как так? Вот она, да. Приехали на остров женщин за женской энергией. Вот, друзья, это знаменитость тут местная. Такой монумент. Вот она. Все фотографируются с ней, мы сфотографируемся. Толпа народу идет. Смотрите, вот солнце выходит, и вода прямо на глазах меняет цвет. Чуть-чуть солнышко появляется, и смотрите. Обалдеть, она как расцветает, что ли, как будто там лампочки какие-то зажигают. Только что видели, я показываю, еще подошла, думаю, что-то как-то некрасиво. Это от солнца. Вот сейчас солнце заходит, и все опять начинает тускнеть. А чего такая вода вообще голубая? Вот. От солнца? Лена сказала, что вот это белый песок. И когда на белый песок попадает солнце, вот это вот превращается в такое... Да. Тут все, вот эти прекрасные скульптуры. Конечно, не успеть. У нас 2 часа. 6 часов отходит наш паром. Вот поэтому группой, видите, не всегда хорошо, но зато больше объедешь. Самостоятельно, зато ходи тут хоть полдня. Посмотри, сколько их тут. Ну, пошлите, ага, пошлите. Вернемся еще сюда и посмотрим. Да. И наполняется энергией. Целый день, сюда можно целый день приехать. Смотрите, невеста. Вот, look at the bride. Look at the behind, bride. Невеста, невеста. Honey, watch it out. Watch left side. Look at left side. Друзья, ездим по Мексике, и, конечно, я поражаюсь, насколько у нас прекрасен весь мир и страны, в которых ты никогда не был, и казалось, что это тебе не понравится, и что там смотреть. И, конечно, каждую страну надо изучать. Но вот я влюбилась в Мексику. И спасибо большое Лене, что показывает нам это все. Ездили мы вот на этот остров тоже, прямо контрасты такие, и шикарное элитное жилье, и хибары какие-то с вывешенным бельем для сушки. Конечно, очень интересно, такая яркая
архитектура, ну, это присущие мексиканцам. И кому более интересно побольше узнать о Мексике, сейчас посмотрела у Лены прямой эфир на канале «Шаг до мечты». Сюда прикреплю вот эту фотографию этого канала. И, конечно, прямые эфиры ни с чем не сравнятся. Сразу же задается вопрос, отвечается, живая беседа. И за час можно очень много задать вопросов, получить ответов. Сама посмотрела, час пролетел, как одно мгновение. Я уже в записи смотрела, поставила на 1,5 скорость. И можно посмотреть там за полчаса его. И удивилась, почему, оказывается, Филиппа выгнали из школы. Ну вот особенности Мексики. Кому интересно, заходите, смотрите. Потом по школе Лена очень интересно рассказала, как в России дети учились у нас, как это проходит все в Мексике. И знаете, что одно заметила, что когда я переписываюсь уже с бабушками в России, с мамами, у кого дети ходят в школу, это просто огромная проблема. Родители измотаны в тряпку, потому что задают столько уроков, и родители, приходя с работы, начинают заниматься со своими детьми до 12 ночи. И школа — это просто как какой-то ужас ужасный в России, которым нужно заниматься 10 лет. Все нервы измотаете, детей, я не знаю, тоже измотаете нервно, потому что столько задают, и вот в Мексике Лена даже и не знает, что задают домашние задания, потому что дети сами делают, и, конечно, это не те объемы, что в России дают нам. Насчет учебников тоже интересно рассказала, спрашивают, где пишут, какие учебники там нужны. И мы вот сейчас уехали, и, знаете, так было жалко уезжать, потому что хочется пожить прямо в Мексике несколько месяцев, изучить эту прекрасную страну. Вот сколько я, 5-й раз, по-моему, уже. И я ни разу ничего там не повторила. В том плане, что на какую-то экскурсию там 2 раза сходить, потому что некуда идти, да? Вроде была, ну ладно, еще раз хожу, а что куда еще идти-то? Такого здесь нету, это изучать и изучать. И каждый раз у нас все новое, новые острова, новые районы, новые города, новые эти все развлечения. О недвижимости также. В Мексике такая шикарная недвижимость. Все эти кондо, апартменты, дома. Вы знаете, так красиво все сделано, с такими видами. И это тоже надо изучать. Районы есть прекрасные, охраняемые. И я уже говорила, что меня, конечно, поражает в Мексике, насколько качественно работают охранники во всех этих комплексах. Очень ответственно относятся к своей работе. Вот я вам сейчас показываю улицы мексиканские. И здесь очень много туристов. Посмотрите, нету вот этих бомжей. Мы, по-моему, нигде даже их не видели. Одного видели, он банки мял из мусорницы, и тот сдавал это. А вот так, чтобы они тут валялись, курили что-то, кололи себя, были разбросаны из-под еды эти коробки, без трусов они тут сидели, на горшках. Вы знаете, такого тут просто даже как-то представить невозможно. Я всегда считала, что Мексика, ну, такая нищая страна. Но, вы знаете, сейчас я говорю, в сравнении с Америкой прямо невозможно даже представить, что ты тут это можешь увидеть, весь этот ужас. Я до недавнего времени собиралась в Таиланд ехать. Вы знаете, я, конечно, не поеду. Я поеду лучше в Мексику.